Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор инструмента. Набор от компании Hyundai K101 Expert. Состоит набор из 101 предмета. Набор является профессиональным. Что хотелось бы сказать по компании Hyundai? Ну, все знают автомобили Hyundai, но Hyundai выпускает еще также высококачественный электроинструмент и наборы инструмента тоже высокого качества. Набор является профессиональным. Набор поставляется в такой вот картонной упаковке. Очень хорошая полиграфия на упаковке. По изготовлению сам бренд Hyundai южнокорейский. Набор изготавливается в Тайване. Это указано на упаковке. Что еще важное? Ну, здесь 101 предмет. 72 зуба трещотки идут. Профиль Superlock, дальше я расскажу. Long Life — это долгий срок службы инструмента. То есть инструмент профессиональный, высококачественный, поэтому и служит он намного дольше, чем полупрофессиональные наборы или бытовые. Материал изготовления — хром, ванадиевая сталь. Сзади также есть очень развернутая такая картинка по комплектации данного набора. В комплекте идет 2 рабочих квадрата и, соответственно, 2 трещотки. Эта трещотка у нас под квадрат 1,2. Очень мне нравится, я уже упоминал один раз в видео, когда мы снимали 108 набор, очень нравятся трещотки Hyundai. Они очень плавные, они такие, так сказать, цельная такая конструкция, без люфтов, люфтов совершенно нет, ни капельки. Есть быстрый сброс головки, есть реверс, трещотки идут на 72 зуба. На 72 зуба они более удобные, когда вы пользуетесь ними в тесном пространстве. Рукоятка резиновая. И надписи. Надписи, куда же без надписи, потому что постоянно спрашивают. Есть ли надписи на головках, на ключах? Да. Вот надпись Hyundai CRV, материал изготовления, хромованадиевая сталь. Также надпись на рукоятке. Трещотка под квадрат 1,4. Также на 72 зуба, имеет реверс и быстрый сброс головки. Рукоятка также резиновая. Так, отверточная рукоятка. Она применяется здесь с битами, есть специальный переходник. Кстати, в 98 наборе, К98, там переходника такого нет. То есть рукоятка только используется с головками, по квадрат 1,4. Здесь переходник есть и большой набор бит, которые идут в кейсах. То есть их можно вынимать из набора. Выбираете нужную биту и вставляете в данный переходник. Биты здесь есть крестовые, шлицевые, шестигранные, торкс, то есть в принципе все типа размеры, которые применяются в ремонте и обслуживании автомобиля. Также отверточная рукоятка, можно использовать ее с головками под квадрат 1,4. Присоединительного квадрата вверху рукоятки здесь нет, то есть здесь рукоятка цельная. Так, далее две свечные головки 16 и 21, резиновые вставки внутри, чтобы свеча при выпадании, при откручивании не выпадала. Два удлинителя под квадрат 1,2, 250 и 125 мм. Также имеет надписи Hyundai. Чтобы дальше не повторяться, каждая единица инструмента в данном наборе имеет надпись Hyundai на металле. Так, в этом наборе нет Т-образного воротка, но есть более полезная вещь, это вороток шарнирный. Длина его 380 мм, не можно и срывать гайки, и докручивать, чтобы не портить трещотки, потому что трещотками гайки не докручивают, то есть не срывают, потому что срок службы таким образом уменьшается, и гарантия также на инструмент потом не действует. Здесь вот есть специальный вороток. Так, два удлинителя под квадрат 1,4. 150 мм гибкий удлинитель, очень удобный в труднодоступных местах откручивать. И маленький 50 мм. Два кардана, квадрат 1,2, 1,4. Карданы скреплены болтами, то есть они разборные. Также плюс данного набора. Т-образный вороток здесь идет под квадрат 1,4.
Далее, молоток 300 грамм. Длина молотка 30 сантиметров. Ручка деревянная. Так, теперь по головкам. В наборах Hyundai используется профиль усовершенствованный шестигранный. Называется он Superlock. Это суперзамок. Данные головки, как утверждает производитель, на 60% прочнее, чем обычный шестигранный профиль. Также его можно использовать для откручивания головок, которые слизанные грани у них. Ну, то есть, если брать шестигранный суперлок, то, конечно же, суперлок намного универсальнее, чем шестигранный профиль. В разных наборах он называется по-разному. В Force он называется Surface, здесь называется суперлок. Много информации в интернете, кому интересно, то может еще найти дополнительную информацию. Сейчас я покажу вам шестигранную головку и головку Superlock. Вот. Это вот Superlock головка в наборах Hyundai. Это головка 6 граней. Сейчас я попробую приложить болт, чтобы вы видели. Вот Superlock. Я ставил, видите, тут небольшое пространство остается. И полностью прилегает это шестигранный профиль. Ну, Superlock профиль более универсальный. Так, верхняя крышка. В верхней крышке 12 комбинированных ключей. 6 мм ключик самый маленький. И самый большой 19 мм. Ключи очень качественно сделаны. То есть отличное литье. Сама ручка она рифленая, что также плюс, чтобы не выскальзывал ключ из руки. Надпись Hyundai, но я еще раз повторюсь, и хром ванадий, сзади надпись на ключе. Ключи очень хорошо вставляются в свои места, вот в крышке верхней, что исключает выпадание при закрывании. Далее, 4 отвертки, 2 шлицевые и 2 крестовые, то есть 2 маленькие и 2 большие. Это крестовые отвертки, рукоятки резиновые также. И 5 шестигранных ключей Г-образных. Если быть точным, ключ Г-образный с шаром. Так, по комплектации все. Материал кейса. Кейс из пластика. Состоит он из двух крышек. Они скреплены замками пластиковыми. И сейчас я покажу сам кейс, габариты кейса. Так, начнем с пластика. Пластик жесткий в наборах. Кейс высокого качества, очень хорошо подогнаны все элементы. Надпись Hyundai на верхней крышке. Запирание на пластиковые замки. Но в отличие от дешевых наборов, здесь замки высокого качества, поэтому они прослужат долго. Разница между металлическими и пластиками хорошего качества, в принципе, разница небольшая. Рукоятка слаживается и еще она обрезинена для удобства. Набор можно закрыть на замок. Есть петля специальная, чтобы ним никто не пользовался, кроме вас, ваше отсутствие. И габариты кейса. Вес набора 7,8 кг. Ширина 44 см. Длина 33 см. Высота 9,5 см. Поэтому если вы ищете профессиональные наборы, также обратите внимание на наборы Hyundai. Кому понравилось видео, оно помогло вам с выбором, ставьте лайк. Кто уже имел опыт использования данного набора, ставьте комментарий. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.